И снова всем доброе утро, друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет новая моделька от фирмы Skechers. Эта моделька обновленная. До этого уже у нас были Uno, ребят, Skechers Uno. И они пользовались очень сильной популярностью в нашем магазине. Очень хорошо их разбирали. И вот буквально на днях пришла новая коллекция. Так что, ребят, все размеры есть. Кому понравится, сейчас обязательно обзор сделаем. Кому понравится, можете приходить, мерить и при желании приобрести, если, конечно, вам понравится данная моделька. Итак, данная модель, как я сказал, называется Uno. Смотрим артикул 23-21-52, код цвета BBK. Размер я взял 44, ценник у них 6000 рублей. Выполнены из 100% синтетической кожи, подкладка текстиль. Полностью синтетическая кожа, ребят, не натуральная. Этот момент учтите. Просто некоторым не нравится синтетическая кожа, ну тут уже на любителя. Давайте мы их рассмотрим, посмотрим, что они себя представляют, разберем их. Вот такие, черненькая модель и беленькие. Пока что к нам в магазин пришло два цвета. Возможно, есть еще какой-нибудь цвет, но у нас пока что вот эти два пришло. Итак, ребят, это классические кроссовки спортивного стиля от фирмы Skechers. В данной модели используются промежуточные подошвы в пяточной области, баллон с инертным воздухом, который амортизирует нагрузку на пяточную область. Данная технология была скопирована у Nike. Кто не знает, у Air Max'ов. То есть это такая копия Air Max'ов от фирмы Skechers. Что отличает эту модель от всех других, друзья, я хотел бы заметить. Это плавность линий. Очень хорошую проклейку, то есть клей вообще не виден. Если так вот смотреть при ближайшем рассмотрении, вообще его не видно, друзья. Очень хорошо прям проклеено все. Значит, что хочу заметить, в чем разница от предыдущей модели. Предыдущая модель у нас была полностью из гладкой кожи, то есть там получалась тоже так, синтетическая кожа, вот, но она как бы такая прорезинная была, и перфорация была только в мышечной части, вот тут вот. В этой же модели, в новой, перфорация еще идет по бокам, то есть вот тут вот перфорация есть, чтобы нога лучше вентилировалась. Сзади, как вы можете видеть, тоже глубокая перфорация. Хотя вот у черненьких здесь клей выпирает немножко, что хочу заметить. Тут они косякнули конкретно с этим ботинком. Ну-ка, второй. Ну, со вторым все нормально. Практически клея не видно. Предыдущая модель, на мой взгляд, все-таки более была, более, скажем так, практична. И клея, конечно, меньше там было видно. То есть там почти на каждом ботинке прям идеально было проклеено. Не знаю, почему здесь, вот, ну это может быть конкретно в этом ботинке. Но здесь вот видите, вот в черном клей чуть виден. Угу. Ну, собственно, сама модель довольно-таки популярная. Внешне они смотрятся довольно-таки презентабельно, стильно. Шнуровка здесь вот такая вот классическая, широкая, черная. Язык тоже выполнен из синтетической кожи с логотипом Skechers Los Angeles. Также в этой модели, друзья, используется стелька Skechers Air Cooled Memory Foam, которая амортизирует нагрузку по всей длине стопы. Данная стелька хорошо себя зарекомендовала во всех моделях Skechers, поэтому однозначно стелька отличная. Давайте посмотрим на подметку данной модели. Подметка данной модели выполнена из каучуковой резины высокой плотности. Вот таким вот протектором. Вот, и она уже непосредственно приклеена к промежуточной подошве. Промежуточная подошва выполнена из довольно-таки, хочу сказать, довольно-таки жесткой резины, кстати. Вот тут вот довольно-таки жесткая резина. Ну, опять же, должен спасать баллон, друзья, по амортизации. Будем мерить, будем пробовать. Модель рассчитана примерно где-то от плюс 20, ну, для поноски, да, до 0 градусов.
Зимой, конечно, ходить в них не рекомендуется. Есть некоторые индивиды, кто ходит зимой в летних кроссовках. Вот, но это уже как бы отдельный вид. Но опять же, на самом деле, ходить, опять же, вот нельзя, да, как не можно, почему нет? Можно и босиком ходить. Вопрос, долго ли ты проходишь. Вот, соответственно, ноги замерзнут. Поэтому по теплый носок, если носить уже зимой, максимум минус 5 градусов. Вот, и минус 10, наверное, в них уже будет прохладненько, потому что утеплители у них не используются от слова вообще. Давайте посмотрим на промежуточную подошву, на подметку, точнее, у черных кроссовок. Что хочу заметить, у черных вот у них вот эта вот каучуковая резина покрашена в черный цвет. Ну, протектор у них одинаковый, в принципе. Как бы ничего нового, протектор у них одинаковый. Вот, подкладка. Подкладка, друзья, здесь текстильная. Вот. Насчет того, будет ли стираться задник, думаю, что будет со временем. Это как бы проблема всех кроссовок, что вот тут вот задник стирается. Поэтому от этого никуда не денешься. Придется неопренчик какой-нибудь приклеивать, там суперклеем или еще что-нибудь. Как-то восстанавливать пятку, либо кожу приклеивать, пришивать. Вот, это распространенная такая проблема большинства кроссовок с подкладкой текстиль. Сзади имеется петля для одевания. Какие померим? Ну, давайте сначала померим беленькие, а потом черненькие, и посмотрим, как они будут смотреться на ноге, друзья. Заодно расскажу вам о своих ощущениях. Погнали мерить. Ну что, друзья, что хотел бы отметить по минусам, потом по плюсам. Значит, по минусам, на мой взгляд, это узко-средняя колодка. Если у вас широкая нога, берите, как всегда, на размер больше, не ошибетесь. Еще по минусам, на мой взгляд личный, это синтетическая кожа. Могли бы сделать натуралку. Но если натуралка, конечно, ребята, они бы не стоили 6 тысяч, они бы стоили по 9 тысяч. Здесь же упрощенный вариант синтетической кожи. Опять же, кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот, на мой взгляд, это как бы такой минус. Но, опять же, за удешевление модели, соответственно, поэтому сделали синтетическую кожу. По плюсам, что я заметил, когда одеваете, одеваются они легко. Присутствует небольшой супинатор в этой модели, что хочу сказать. Вот тут вот, то есть вот этот подъем, он ощущается, прям когда ходишь, реально удобно ходить. Вот этот подъем очень хорошо ощущается. Потом по плюсу, очень хорошо амортизирует стилька.
скилька отрабатывает на 100%, Air Cooled Memory Foam, плюс еще амортизирует у нас этот вот баллон на пяточную область, да, создает очень довольно-таки хорошую амортизацию. В целом модель интересная, заслуживает внимания, заслуживает вашего внимания, друзья. Вот, и как бы у меня вот тоже глаз на них упал, решил вам отснять. Поэтому смотрите, если моделька вам понравилась, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и обзоры, друзья. Желаю всем счастья, любви, добра и хорошего настроения. С наступающим всех новым 2022 уже годом, друзья. Ссылочку на покупку этой модели я обязательно приложу в описании к этому видео. Всем до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.